Полицейские вместе с сотрудниками Росгвардии проверили, как выполняется миграционное законодательство в одном из крупных распределительных центров. На предприятии, расположенном в Ноусманском районе, трудятся сотни человек. Грузчиков, комплектовщиков и упаковщиков проверили по информационным и дактилоскопическим учетам, а также на причастность к совершению правонарушений и преступлений. Выявлены многочисленные нарушения требований закона. Дела на нескольких рабочих переданы в суд. Им грозит депортация из страны. По результатам проверки составлено 22 административных протокола, 12 протоколов по статье 18.10 КОАП РФ, 5 протоколов по статье 18.8 часть 1 КОАП РФ, 5 протоколов по статье 18.8 часть 1.1 КОАП РФ, которые переданы в суд для решения вопроса о выдворении данных граждан с территории Российской Федерации. Работодателю, допустившему нарушение на своем объекте, также грозит ответственность. Рейды, направленные на соблюдение миграционного законодательства, будут продолжены.